Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Крик и Уралхим подписали мировое соглашение. Компании судились по поводу более чем 300-миллионного кредита, который ипотечная корпорация взяла у предприятия 2 года назад. Арбитражный суд в июне удовлетворил иск Уралхима, постановив взыскать с Крика почти 390 миллионов рублей основного долга, процентов и неустойки. Решение было обжаловано, но еще до рассмотрения в следующей инстанции стороны заключили мировое соглашение, пишет «Навигатор». Корпорация должна каждый месяц перечислять по 24 миллиона рублей и рассчитывать считаться к весне 2019 года. Претензии к ипотечной корпорации, полностью принадлежащей Кировской области, имеют также Кировский ССК, Вятканадым, Гражданремстрой и АИЖК. Программа «Экономика». 3000 кировчан заплатят повышенный налог на землю. Всего платить налог за прошлый год должны 263 тысячи физических лиц, 10 тысяч из них льготники. А 3 тысячи получили уведомления с суммами, начисленными с повышающим коэффициентом. Например, это обладатели участков для индивидуального жилищного строительства. В 2 раза выше налог для объектов, которые проектируются и строятся более 10 лет. То же самое касается участков, на которых находятся незарегистрированные здания. Если же завершить в течение 3 лет строительства и зарегистрировать право на новый дом, налог вернется к обычному значению, а излишне уплаченные суммы вернут налогоплательщику или зачтут в счет будущих периодов. В противном случае налог вырастет уже не в 2, а в 4 раза, разъяснили в налоговой. Экономика на 101 FM. Силворд оценили в 220 миллионов. Конкурсный управляющий комбинатом силикатных строительных материалов опубликовал отчеты об инвентаризации имущества завода-должника. 30 объектов недвижимости оцениваются в 87 миллионов рублей, оборудование в 130 миллионов, транспорт в 1,5. Отдельно проинвентаризирована дебиторская задолженность завода, ее размеры превышают 3 миллиона рублей. В числе тех, кому завод задолжал, 15 организаций. Напомню, что в феврале по иску Угловского известкового комбината завод «Силворд» был признан банкротом. На полгода там была введена процедура конкурсного производства. В завершении о валютах. Доллар сегодня 57,87, снижение на 21 копейку. Официальный евро 67,22. Он потерял 31 копейку. Ольга Близина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.